Под Тараническим мостом столкнулись универсал и внедорожник. Машины получили различные кузовные повреждения. Аварию оформляют сотрудники ДПС. Водители двух транспортных средств Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Corolla Fielder в ДТП не пострадали. Автомобилисты общаются со стражами правопорядка, заполняют бланки объяснительные. По словам участников аварии, Prado двигался со стороны автовокзала. Fielder выехал из-под моста и направлялся в сторону проспекта 100 лет Владивостока. За рулем универсала женщина, внедорожником управлял молодой человек. Ехала по своей полосе и резко выехал Toyota Prado, и у меня перед моим капотом решил завернуть налево. Ну, я выехала с поворота, да, со скоростью 20 км в час, и ехала по своей полосе. Сначала он поравнялся со мной, потом он резко повернул в ту сторону. Женщина говорит, что хозяин Prado планировал повернуть под мост. Не вышло. В итоге внедорожник не слабо задел переднюю часть Fielder, а затем машину развернуло на 180 градусов. В таком положении Land Cruiser замер на дороге. Передний бампер Fielder зацепился за кузов Prado и поехал с ним дальше. Так сказать, поменял себе машину. Я выезжал с Русской улицы, при этом видел Fielder, он меня пропускал. Я уже ехал по главной, начал поворачивать под мост. Соответственно, я уже практически повернул, почувствовал сильный удар в заднюю левую часть. Так почувствовал, что меня развернуло на 170 градусов. И после всего я встал, стою, жду ГАИ. Водители спорят по вине, наряд ДПС помогает его разрешить. По словам стражей правопорядка, штраф за нарушение ПДД, невнимательность при перестроении, получит рулевой Prado. В результате аварии машины получили различные повреждения. У внедорожника они не критичные, а вот универсал пострадал серьезно. Но, как уверяет хозяйка авто, машина уедет с места ДТП своим ходом. Ближайший путь Fielder – автомастерская.